Всем привет, дорогие друзья! Сейчас я вам покажу, сколько меди удалось собрать мне за неделю. Сейчас я вам расскажу, откуда я снимаю меди. Вот, например, вот этот из нового стартера. Стартер новой поколения. Ну, там немного меди. А вот тут вы видите медь из дросселей. Ну тут в основном вы видите старые кабеля. Вот все. Тоже из стартера. А вот эти уже из советских стартеров. Почувствуйте разницу. Вот, гораздо больше, чем у новых. Тоже разный медь. Вот из тоже старой стартеры. Разные кабелюшки. Вот это тоже из стартера, из советского. А вот тут у меня чуть-чуть обожженки. Опять стартер. Вот из старого зарядочника. Вот этот каток не помню, откуда снял. Так, положим в ведро. Вот тоже медный проволока, толстенький. Так, это моя первая озвучка. Пожалуйста, не судите строго. Спасибо всем за просмотр.